Всем привет, меня зовут Мария Бешко, и это ваше любимое видео распаковка покупки. Я вам сегодня буду показывать много классных вещей. Вы сможете что-то для себя взять, вдохновиться и купить похожее или точно такое же, потому что я постараюсь найти все ссылки, оставить их внизу под этим видео. И вот прямо сейчас, буквально 5 минут назад, мне пришла посылочка с ASOS, которую мы с вами, конечно же, прямо сейчас вместе откроем. Но вы понимаете, что там вещи, скорее всего, не отпаренные, мятые. Но мы посмотрим все равно, что у нас там есть. Итак, первое. Посмотрите, какой классный принт. Я очень надеюсь, что она мне подойдет, потому что я долго гадала, какой размер взять. Я, кстати, да, скажу вам, какой размер. Да, она должна мне подойти, я думаю, надеюсь. В общем, это Monki, юбка такая. У нее очень интересный принт, геометричный. Размер я, кстати, взяла, если вам интересно, 38. Вот. Я планирую эту юбку носить с грубыми ботинками, либо такими, которые надеты сегодня на мне, вы их чуть позже увидите, либо с моими черными бронксами. Также можно носить с моими молочными сапогами-трубами. Можно сверху надевать различного цвета свитера и водолазки. И будет классно. Поехали дальше. Ну, вы уже поняли, что я, знаете, вот тот человек, который сразу же комплектами все составляет. Несмотря на то, что я примерно предполагаю, с чем я буду носить эту юбку, но меня в последнее время тянет на такой очень странный цвет. Я бы назвала этот цвет тертого мятого авокадо или, может быть, цвет васаби, ну, в общем, что-то такое. И вот если вы присмотритесь, то вместе это смотрится очень классно, да, здесь такое идет повторение цвета, и вообще, в принципе, этот свитер мне понравился, он был, по-моему, по небольшой скидке, я не помню, и бренд очень крутой, And Other Stories, вы знаете, что этот бренд сейчас появился на ASOS, поэтому можно заказать там какие-то вещи, он очень, кстати, приятный, и смотрите, у него плечики немножко оголяются, то есть вы можете свитерочек так стянуть на одно плечо и манить своими красивыми ключицами всех мужчин и женщин. И снова зелененькое. Это у нас платье-рубашка. Я очень долго думала, брать или не брать, потому что был один, единственный, последний 40-й размер. Я знала, что 40-й мне все-таки велик, мой это 38. Но я подумала, что будет здорово носить это как свободная туника, даже в летний период времени. Вы можете надеть это с джинсами, с шортами, с чем угодно, таким вот верхним слоем. А можете просто надеть таким огромным свободным платьем, можете подпоясать. В общем, тоже очень много вариаций, просто мне сложно найти платье с принтом, с каким-то, еще и моего такого красивого цвета, поэтому я не могла его не купить. Так, ну и последнее. Та-ра-ра-ра. Слушайте, я не покупала такую обувь, я всегда считала, что обувь должна быть базовая. Ну такая вот, знаете, что ты купил ботинки и носишь их, и носишь, не знаю, там, пока не сносишь. Но все-таки я же постоянно учусь, я совершенствуюсь, я понимаю, что я собрала свою идеальную базу, и мне нужны какие-то акценты стилевые, да, все-таки я же стилист, я должна вас вдохновлять какими-то своими образами. И посмотрите, та-дам! Насколько мне не свойственно это. Но я не могла их не взять опять-таки, потому что, во-первых, они были со скидкой, а во-вторых, они стоили типа там 2 с лишним тысячи рублей, но это натуральная кожа. Они еще такие волосатенькие, знаете, такие. Здесь мягкий квадрат. Вы знаете, что квадратный мыс сейчас актуален. Ну и вообще они удобны, они на плоском ходу. То есть ты их просто надеваешь с базовыми джинсами, даже такими же, как у меня сейчас, например, с синими.
и просто какой-то, например, жакет черный, но ты уже выглядишь стильно, потому что у тебя есть какой-то акцент, какой-то тренд внедрен в твой образ, а не только одна база. Поэтому возьмите на заметку, если они еще есть, а они, по-моему, еще есть, приобретайте. За такую цену прям супер. Переходим к вещам, которые у нас висят на рейле. Я их подготовила для вас заранее. И первое, с чего я начну, жакет. Мне приходят такие сообщения: Маша, не называй, пожалуйста, женские жакеты пиджаками, потому что это является ошибкой. Я хочу сразу же сказать свое мнение на этот счет. Те жакеты, которые скроены как жакеты, мы их так и называем. А те жакеты, которые скроены как мужской пиджак, можно называть пиджаком, потому что у него крой прямого свободного пиджака. Я надеюсь, мы с вами в этом разобрались и не будем обращать на это внимание, потому что я люблю называть пиджак, и в основном в моем гардеробе именно пиджаки. Итак, здесь у нас Zara, вы представляете, и это был не самый дорогой жакет, я вам скажу, потому что он стоил около 4 или 5 тысяч, в Zara обычно подобное стоит около 9-10, у него классное качество, он такой весь мягкий, волосатенький, я не знаю, как его описать, просто идеален для осени, для зимы, он совсем слегка приталенный, двубортный, классно сочетается просто с джинсами, с белой футболкой. Здесь принт очень классический, я бы его назвала белый, красный, черный цвет, а-ля гусиная лапка. Больше мне сказать о нем нечего. Если он еще есть в магазине, то обязательно присмотритесь, если вам нравится. Еще единственное, как стилист, сделаю такую отметочку, что у него потрясающая длина, ниже середины бедра. Поэтому если по типу фигуры вы груша или у вас очень активные бедра, то вам подойдут такие жакеты, которые как бы скроют вот эти ваши округлости, будут вас вытягивать и делать более стройной. Далее. Здесь у нас платье-жакет. Идеальный крой платья. Я о таком мечтала, и я вот такое сшила себе. Маленькое черное платье длиной мини, слегка приталенное, с хорошими такими плечами, не супер утрированными, но и не классическими. Здесь у нас получается V-образный вырез, прекрасные лацканы, платье на запах. В общем, я не знаю, что сказать, просто в нем все идеально. И пока что я его сшила в единственном экземпляре, он у нас был как пробный такой вариант, но, наверное, я продолжу дальше уже в новом году отшивать вот такие модели, потому что вот для меня, наверное, идеальное маленькое черное платье выглядит так. Возможно, найдутся люди, для кого будет то же самое. Еще одно платье, вы удивитесь, но в этот раз было очень много платьев. Обычно мне не очень подходят они, этот предмет гардероба, и в моем шкафу меньше всего как раз-таки платьев. И когда мы с вами снимали новогодний шопинг-влог, я влюбилась в вот это платье, и я планирую в нем отмечать день рождения Игоря. Это у нас будет такая тусовка в стиле 80-х, оно идеально подходит, потому что у него такие рукава-фонарики немножко, которые увеличивают плечи, подчеркнута талия отрезная, и оно коротенько, ну, в общем, вообще весь его крой, плюсом еще и вот эта варенка какая-то, принт, идеально подойдет под стилистику 80-х. Сделать еще прическу, аксессуары, и мы с вами попадем в яблочко. Кстати, вы не поверите, наверное, впервые за такое количество времени у меня разом столько покупок из H&M. Вот смотрите, это платье, вы удивитесь, наверное, но оно тоже оттуда. Это H&M, шикарнейшего качества деним. Он безумно приятный, плотный, такой, ну, очень качественный и хороший.
красивый цвет и классный крой, и его можно круто сочетать с вашими какими-то ремнями. У него есть и обычный ремень, но еще круче, если вы этот ремень замените на какой-то свой, тогда данное платье будет выглядеть еще более дорого и современно. Значит, с чем мы его носим, с какой обувью? Вы можете надевать с сапогами-трубами, с ботфортами, вы можете надевать с грубыми ботинками. Я, например, ходила на концерт и надевала просто с черными грубыми ботинками, то есть у вас получается такой стиль милитари, как будто бы вы такая девочка из армии сбежали. Вот, мне такой стиль нравится, это удобно, и само по себе платье очень удобное, и мне кажется, неплохо сидит на фигуре. Блин, это тоже H&M. Короче, это тоже H&M. И когда я увидела эту толстовку, я не могла ее не купить, потому что посмотрите, какой крутой здесь принт. Rolling Stone. Я периодически люблю одевать такие образы, знаете, когда кожаные лосины, кожаные ботинки, вот такая толстовка и кожаная куртка. И ты такая просто идешь, и такое ощущение, как будто у тебя в наушниках Металлика, хотя сама слушаешь радио Мария FM, но выглядишь примерно так. Вот. Мне близка эта тема, мне нравится, я люблю ходить в коже, и вот мне кажется, что это идеально сочетается. Либо, конечно, просто с базовыми джинсами. Это в те дни, когда мы не хотим супер нарядными быть, а просто хотим надеть на себя огромный такой вот мешок, но при этом с классным принтом. Ссылку оставлю, они 100% должны быть еще на сайте H&M. Да, это последний жакет из нашего с вами видео. И это идет костюмная пара, то есть здесь юбочка у нас, юбка длиной мини, но не супер мини, выше колена, приличная очень длина. И жакет, который имеет такое легкое полуприлегание. Здесь классные цвета, очень красивые, такой оранжевый, желтый, темно-синий. Я, наверное, из видео вам говорю про то, что это моя униформа. Я ни в коем случае не заставляю каждого человека иметь в гардеробе жакет. Если они вам не нравятся, либо не идут, конечно же, их покупать не стоит. Но чаще всего это тот предмет гардероба, который создает вам вот эту многослойность, какой-то стиль, когда вы можете комплектовать по-разному принты какие-то и так далее. Плюсом не думайте, что жакет это скучно и грустно, ведь вы можете его украшать какими-то аксессуарами. Это может быть какой-то пояс, либо ремень сверху, это может быть корсет. И, кстати, очень многие из вас спрашивали меня вот про этот корсет такого вот желтого цвета. Этот корсет я заказала на сайте AliExpress, вы не поверите. Я даже найду для вас ссылку, оставлю. Он очень классный по качеству, меня удивили прям ребята-китайцы. И он реально эффектно и круто смотрится. Особенно мне нравится носить его с жакетами, либо с рубашками. Но рубашка должна быть не приталенная, я вас умоляю. Вот эта вот приталенная рубашечка в обтяжечку и такой корсет, это будет смотреться не стильно. А вот как раз таки оверсайз рубашка, свободная, перетянутая корсетом, это прикольно будет смотреться. Вот. Но он стоил недешево, то есть это не то, что вы думаете там за 200 рублей, это стоило там 1500 или что-то такое, ну то есть типа для AliExpress это прям ого-го. Вот, поэтому украшайте свои жакеты поясами, корсетами, аксессуарами, брошками, поясными сумками, чем угодно, и тогда они вам просто создадут миллион образов. Как и в моем случае. Далее я нашла свои, можно сказать, практически идеальные молочные джинсы. И я хочу это отметить, что молочные, потому что ну, много где были белые, а они как раз такие вот, как я хотела, такие сливочные какие-то. Нашла их в магазине Манго. Идут они на пуговицах. Ну, как у Levi's там, у классических, да, когда несколько пуговиц, я просто сразу же показываю, потому что некоторые это не любят. У них хорошая достаточно посадка, не супер высокая, как мне бы хотелось, но
нормальная. И у них есть стрейч. То есть за счет того, что у них есть стрейч, они более-менее на меня садятся. Поэтому присмотритесь, кто искал молочные такие прямые джинсы в манго, 38 у меня размер, кстати, то можете их приобрести. Я их советую. Это свитер моей зимы будет. Девочки, он потрясающий. Просто посмотрите на этот принт, на эти надписи. Мечтать. Всегда мечтать. И это, наверное, будет таким моим девизом, с которым я войду в 2020 год. Он безумно мягкий. Это, кстати, российский дизайнер Ахмадулина. И я была удивлена, когда попала в ее магазин абсолютно случайно. Вот чтобы вы понимали, что опять начнут там реклама, не реклама. Мы были на шопинг-практикуме со стилистом Ольгой Светлоградской. И мне туда пришлось зайти по моей работе для того, чтобы одеть клиентку. И когда я туда зашла, я удивилась, потому что цены там адекватные, они чуть выше, чем масс-маркет, само собой, потому что это собственное производство. Но качество и модели есть очень-очень прикольные. Вот, поэтому если я купила еще такие же носки и вот этот свитер, я думаю, что я буду его носить достаточно часто, потому что он теплый, здесь в составе есть шерсть и акрил, по-моему, тоже есть. Ну, то есть это смесовый такой, здесь не 100% шерсть, за счет этого он такой мягкий, но мне нравится его сочетать вот либо с кожаными, с какими-то лосинами карамельными вот так вот вместе, либо просто с джинсами, с удобными ботинками, с моей коричневой шубой, с моим бежевым пуховиком. Абсолютно совсем подходит в моем гардеробе. Ну и последнее, о чем я хочу рассказать, это мои ботинки бронксы новые. Вы сейчас видите их на экране. Они потрясающего молочного цвета, они не белые, а именно вот такие вот, практически как джинсы, о которых я вам рассказывала. Они на плоском ходу, они очень удобные. Не знаю, просто я почему-то в эту марку влюбилась. Я заказываю третью пару обуви. Все время, кстати, на разных сайтах, чтобы вы поднимали. Я заказывала на Купи VIP, на ASOS они есть на сайте La Moda, поэтому где они дешевле, там я и заказываю. Я думаю, что вы сделали бы точно так же, поэтому посмотрите, если вам понравится какая-то модель бронксов. У меня есть черные, теперь вот у меня есть молочные. Посмотрите, где они на данный момент стоят дешевле и закажите. Ну что, девочки, на этом все, видео закончилось. Я надеюсь, я вас не утомила, у вас появились силы и вдохновение прикупить себе что-то новенькое и красивое. Ссылки, как всегда, внизу в комментариях. Сейчас я сделаю вставочку с победителем в предыдущем видео, да, в нашем розыгрыше по комментариям. Но вы под этим видео оставляйте свой комментарий, что вам больше всего понравилось, какую вещь вы хотите себе купить, не обязательно из этих, а вообще давайте визуализировать то, что вы хотите в ближайшее время приобрести для себя. И ставьте, конечно, лайк под этим видео, ставьте колокольчик, подписаться, в общем, все, что там блогеры обычно говорят. Я рандомно, опять же, из ваших комментариев и лайков под видео выберу победителя и порадую вас. Возможно, у вас получится приобрести что-то из вашего списка хотелок. Все, до встречи в новых видео. Итак, ну что, выбираем победителя. Тамила, поздравляю! Напишите мне на почту, которая указана под этим видео.